воздух. Что случилось? Укусили? О, да. Змея. Как и тебя. Вперед! Зря. Это мне пригодится.
не стоит привлекать внимание. Смотрись вокруг. Ты это, сволочь!
почему нам нельзя войти в замок? Там что, все в золоте и в серебре? Тише, парень. Лучше не суй нос в это дело. Поверь, тебе не нужно ничего знать. Пути. Замок охраняют. Чего мы тут торчим? Он пёрт в плену у самого себя. Он болен, отстань от него. К тому же здесь не так-то плохо. Можно охотиться в лице и ходить к тем, кто угодно. Huh?
Господин, вы держались как истинный король, рожденный в век волков. Вы заслужили отдых. Благодарю, Альвина. Ты тверда в своей верности и знаешь меня лучше всех. Спасибо. Вам нужно искупаться. Я помогу? Да, хорошо. Пора искупаться. Самый последний раз. Очень хорошо. Вот так, господин. Все готово. Приступим к купанию. Эй, кто здесь? Приветствую. Ты пришел, чтобы воздать должное Элдермену? Твой Элдермен давно не в силах поддержать беседу. И все же рядом с ним хорошо. Мне приказали омыть и подготовить его тело. Кто приказал? Стражники. Они привели его сюда против его воли. Я заботилась о нем, как могла, пока он не ушел. Зачем скрывать смерть Элдермена? Народ Линкольншира должен знать правду, и Хунвальд прежде всего. Стражники передали мне его и велели держать язык за зубами, пока не придет время. Я спросила, почему и меня ударили. Так что не знаю.
Я видел все, что нужно, но Хунвальд нет. Ясно. Осмотри вещи лорда, но не знаю, сойдет ли что-нибудь за доказательство. Я поищу. Я не знаю, что это, и не хочу узнать. Да, и я. Очень странно. Мерзость, все в крысином помете. Мой господин и в смерти друг всем тварям божьим. Грязная одежда и брошь, а на ней знак дома яростного лебедя. Можно возвращаться. Я вернусь в Линкольн и отдам брошь Хунвальду. Надеюсь, эта весть не сломит его. Порошок из сушеных трав и ягод. Подготовка к погребению заняла больше времени, чем обычно. Мой господин должен хорошо выглядеть во время обрядов. Удачи. И тебе. Я отвезу тебя в Линкольн, в ваш фамильный склеп в Нетлхэме. Там ты обретешь покой рядом со своими великими предками, королями Линси. Прошу, не оскверняй его тело. Я не глумлюсь над чужим горем. Я видел, как саксы нападали так на своих врагов. Вечно вальгали, воин.
здесь полно стражников. Хватит сюда приходить, Скеги. Тут одни только горе и гнев. Да, да, ты права. Тогда давай уйдем. Навсегда. Еще одно мгновение. Собираетесь туда? Мой вам совет, лучше не надо. Прежде я бы им показал. Она тоже. Мы бы вернули все, чего нас лишили. Вы здесь жили? Тут была рыбацкая деревня. Мы все в ней построили. Но о богатстве здешних вод прослышали разбойники и прогнали нас. Здесь все кишит рыбой. На такое любой польстится. Звучит заманчиво. Надо проверить самому. Будет непросто. Возьми мою жену в помощь. Стекло давно хочет задать этим псам трепку. Но какой с того толк? В округе много разбойников. Скоро они снова заглянут сюда. Знаем. Они заполонили весь Линкольншир. Но это будет маленькая победа. Хоть окунемся тут опять. Скверно придумано. Уж лучше мне разделаться с ними самому, а ее в это не втягивать. Смотри. Смотри, что они сделали. Хватит сюда приходить, Скеги. Тут одни только горе и гнев. Да. Да, ты права. Тогда давай уйдем. Навсегда. Еще. Thank you.
сразу погонь! Пока что здесь безопасно. Пройдитесь, можете окунуться в воду, но не задерживайтесь. Хорошо. Спасибо тебе. Прощай. Это...
Йо!
Нет, нет, это ошибка! Я же сказал тебе, что я не Хунвальд! Вы ошиблись! Не знаю, сними меня, ну! За Хунвальда назначили награду? Видно, насолил он кому-то. Ты его знаешь? Знаю. Стало быть, Господь правда меня бережет. Да, видно так. Спасибо за помощь. Надеюсь, что однажды и я смогу тебе помочь. Если узнают, пощады не жди. Эйвор, ну что? Твой отец умер. Что? Как? Брошь, знак дома Хундбьорта. Я нашел ее у его тела. Нет. Нет, не может быть. Он сильный. Он опора Линкольншира. Он не мог умереть. Он... О, бедный мальчик. Мне очень, очень жаль. Я мужчина, Ахан! Слышишь меня? Я мужчина и сын своего отца! Помни об этом! Элдермен умер уже давно. Это было видно по его телу. Кто-то из вас знает больше, чем говорит. Прости, Хунвальд. Еще до того, как твой отец исчез, я позвала священника соборовать его. Что? Я не сказала раньше, потому что надеялась, что его спасет чудо. Ты солгала! Пустоголовый Плакса, когда же ты повзрослеешь? Боже, пощади эту женщину. Ей не следовало молчать. Ее долг был рассказать правду. Вам нужен новый элдермен, и принять решение должен король Кёлвульф. Хоть раз мы поняли друг друга, Эйвор. Тен и Шира созовут всеобщий совет, и на нем выберут элдермена, а их решение затем утвердит король. И кто входит в этот ваш совет? Знатные люди, лорды. Мы собираемся, чтобы управлять делами Шира. Я давно собирался созвать всех на совет. Но из-за неприятностей в Линкольне и набегов разбойников нам было не до того.
Хунвальд — основной претендент. Я не доверяю вам и близко к нему не подпущу. Я буду защищать его, пока вы не созовете совет Шира. Поступай, как сочтешь нужным. Но мальчику никто не желает зла. Кто, кроме Хунвальда, хотел бы занять должность Элдермена? Признаюсь, я хотел бы предложить себя самого. Под моим надзором в Шире, наконец, воцарился мир. Я тоже претендую. Мой род издревле связан с этой землей. И я могу с гордостью сказать, что подружился с данами Севера. Хорошо. Священники оповестят людей. Совет соберется через пару дней. Заходи ко мне, Эйвор. У меня для тебя кое-что есть. Тебе должно понравиться. Я найду время. Эйвор, мы можем поговорить? Как христианин с язычником? Я сожалею, что был столь груб с тобой раньше. Мне стоило проявить доброту и любовь, как велит нам Бог. Любовь трудно подчинить своей воле. Ты прав. В любом случае, спасибо, что развеял эту тайну. Надеюсь, ты придешь на совет. Смерть Хунбиорта больше не тайна, и враги Хунвальда оживятся. Я должен найти его первым. Аха пошла его утешать. Где Хунвальд? Он не хотел, чтобы я его утешала. Я люблю мальчика. Но не знаю, что будет, если он станет элдерменом. Он раним и рассеян. Он уехал на север по мощенной римской дороге. Думаю, к большому старому дереву. Он часто бывал там с отцом. Хунвальд любил тебя точно мать, а ты лгала ему. Я защищала его как могла. О, святой Кутберт, дай мне сил. Клятвы Эль полезнее ваших молитв и святых. Прости мне, Господи, мои грехи. Боящиеся Господа, восхвалите его.
Что мы провели здесь с тобой, на этом месте, как мы прятались в камышах, с луками в руках, охотились на кроликов и белок. 1000 стрел я пустил, 100 дерев поразил, но зверя ни одного так я и не словил, упустил. Эй, Эйвор!
Это ты? Эйвор, какой приятный сюрприз. Выпьешь со мной? Хунвальд. Давай, садись. Побудь со мной и полюби... Полюбуйся видом. Возьми себя в руки, Хунвальд. В Линкольншире многие готовы щедро заплатить за твою голову. Они могут подождать. Не стоит пьянеть от горя и поддаваться тоске. Дай горькой любви согреть мед твоих глаз и к победе путь указать. О, чудесно сказано. Мой отец полюбил бы тебя. Он любил всех, кто прекрасно владел и мечом, и словом. Иноземцу, чей народ разорил его шир, он бы возненавидел меня. Мы так часто бродили с отцом в этих местах. Охотились вместе. Но если я и ловил кого-нибудь, то лишь самых мелких зверушек. Я никудышный охотник. Но он говорил, что гордится мной. Каждый раз. Выпьем. За лорда Хундбьорта из Линкольншира. Он умер и покинул этот мир, но при жизни был стойким, как это дерево. Старый мудрый дуб. Да. Сколь! Сколь! И тут отец говорит, коза та, только развернуть надо. Лебяжьей стати по нраву эта история. Любит посмеяться. Отцу бы она приглянулась. А, твоя избранница. Она так безупречна, будто выдуманная. Знаешь что? Мы заглянем к ней. Отправимся в Бримсби, то есть в Гримсби. Да, нечего терять время. Я за тобой. Выпивка и верховая езда гонят все печали прочь. И все съеденное тоже. Идем. Увидишь мой шир во всем величии. Что саксы знают о величии? Ты ведь никогда не видел гор и фьордов, глубоких, как раны великанов. Водопадов, от которых зимой валит пар. Снегов, сверкающих, как алмазы. Вот величие. Что ж, если ваш родной край такой величественный, зачем плыть в Англию? На алмазах не вырастить урожай. Ха, так и есть. От здешней природы и впрямь захватывает дух. Именно так. Я люблю этот край. И буду защищать его, если пойду по стопам своего отца. Говорят, что я глуп и неопытен. Но я бы хотел, чтобы меня судили по моим помыслам, а не прошлым ошибкам. И пусть меня посрамят и накажут, если я получу власть и окажусь плохим правителем. Но испытайте меня. Испытайте, потом судите. Что это? Птицы, Эйвор. Им не сказали, что сегодня день скорби? Тихо.
Побудь здесь. Что-то не так. Лучшая защита нападения. Эйвор, меня холодный пот прошиб. Не уходи. Шш, спокойно. Эй, пригнись. Они здесь. Дикарь свое получит. Гляди, я здесь. На тебя дважды напали, Хунвальд. И все тщетно. Нам повезло. Будь осторожнее, или они преуспеют. Кто-то в Мерсии хочет тебя убить. И готов избавиться от всех, кто будет мешать. Да, от всех и от лебяжьей стати. Моя любовь, скорее, нужно спешить. Хунвальд, я серьезно, ты слушаешь? И внимательно, за мной. Хунвальд, тут точно безопасно? Да, места безопаснее нет. Что ж, у меня есть шанс стать элдерменом, но я должен доказать, что достоин. Тебе, Ширу, ей! Я не могу без своей возлюбленной. Благодаря тебе я понял, как страшно пренебрег ею, погрузившись в свое горе. Убедиться бы в этом.
небесам. Вот она! Хунвальд, я думала, ты мертв. Прислал бы весточку. Мы давно не виделись, моя прелесть. Мне очень жаль, что так вышло. Ничего, милый. Я чахла без тебя, но не завяла. А это кто? Ах, да. Рад представить тебе Эйвора из клана Ворона. Здравствуй, Эйвор. Рада познакомиться. И я лебяжья стать. Я сомневался, верить ли рассказам Хунвальда, и зря. Удивлен, что он выбрал Данку? Не совсем. Удивлен, что ты выбрала Сакса. Но Хунвальд, видно, умеет смягчать сердца. Эйвор помог мне найти отца. Но дело обернулось куда хуже, чем я надеялся. В чем дело? Мой отец умер. Вроде бы от страшной болезни. А затем его тело спрятали в какой-то подвал. Любимый мой, мне так жаль. И здесь в Шире есть люди, жаждущие отправить Хунвальда вслед за отцом. Пусть рискнут. Я убью их. Скоро созовут совет Шира. Пусть Хунвальд дождется его здесь, вдали от чужих глаз. Может, мне от всего отказаться? Забыть о титуле отца? Я могу жить здесь, с тобой. Только ты и я. Нет, Хунвальд. Ширу нужен смелый, добрый правитель. Займи место отца и продолжи его дело. Силы лебяжьей стати хватит на вас двоих. Слушай ее. Да. Если кто сможет ободрить меня перед советом, это ты, любимая. Заходи в дом и отдохни, любимый. Удачи, Эйвор, и спасибо. Приглядывай за ним. Его уже не раз пытались убить. Мой клинок наготове. Не сомневаюсь.